Фигуранту дела 2 мая дали 1,5 года условно за то, что он разбил нос полицейскому. Инцидент разгорелся 1,5 года назад в жилом комплексе «Радужный». Два друга Сергея Хадиака поспорили с мужчиной, чья жена, по их мнению, неправильно припарковала машину. Завязалась драка, в которую вмешался и Хадиак. Как считают очевидцы, компания была в состоянии алкогольного опьянения. Патрульная полиция попыталась задержать участников конфликта. Хадиак ударил одного из копов. Суд отказался помещать нарушителей в СИЗО. В качестве меры пресечения был избран домашний арест. После чего один из друзей Хадиака подался в бега и был объявлен в розыск. Также Хадиак проходит по статье «Умышленное убийство и покушение на сотрудников милиции» 2 мая 2014 года. Но заседание по этому делу никак не может начаться из-за давления соратников обвиняемого.